Сукин сын. О, черт! Давай! Вижу контрабандиста. Происходит. Котеныш!
хватит! Восьмое апреля. Ты видел? Марлин допрашивала его лично.
заплатишь! Контрабандист, он здесь! Поехали! Он здесь! Что за хрень? Черт! Это их задержит. Что ты здесь делаешь? Я не дам ее забрать. Это наше будущее. Не приближ... Нет! Ты грязная тварь! Кари, замолчи! Пошли, детка. Держу. Держу. Черт! Назад! Черт! Все будет хорошо, малышка. Не бойся. Не бойся. Держись. И куда дальше? Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. А ну отойди! Добрый.
ее не спасешь. Допустим, ты выберешься. Рано или поздно ее разорвут щелкуны. Или бандиты изнасилуют и убьют. Это не тебе решать. Это ее выбор. Ты ведь знаешь. Слушай. Ты можешь поступить правильно. Ей не будет больно. Что это за ночнушка? Пока не вставай. Отойди от наркоза. Что случилось? Мы нашли цикад. Оказывается, таких как ты много. Людей с иммунитетом не один десяток. И от них никакого толку. Они и бросили попытки создать вакцину. Мы едем домой. Прости. Нет! Не стреляй! Отпусти! Ты будешь ее искать. Вроде можем идти. Отсюда нам по прямой. А тут красиво, да? Да. Так. Не зацепись волосами. Все, держу. Возраст дает о себе знать. Я тебе не рассказывал? Мы с Сарой любили гулять по лесу. Крепкая девчонка, не угонишься. Мне кажется, вы бы с ней сразу сложились. Она бы тебе точно понравилась. А ты ей? Да. Ух ты. Смотри. Мы почти пришли. Уже недалеко. Давай помогу. Идем. Погоди.
В Бостоне, когда меня цапнули, я была не одна. Мою подругу тоже укусили. Мы не знали, как быть. Она сказала: «Давай просто ждать. Мы сойдем с ума вместе, это так романтично». Вот я и жду до сих пор. Элли. Ее звали Райли, она умерла первой. Потом Тесс. Потом Сэм. Элли, ты тут ни при чем. Нет, ты не понимаешь. Я не сразу смог принять то, что выжил. И надо просто... Надо идти вперед, искать, за что сражаться. Знаю, ты не это хочешь услышать, поклянись. Но... Поклянись, что все, что ты сказал про цикад, правда. Клянусь. Ладно.